картина «Танец со стихией огня», олицетворение женской сущности, огненной, красивой, постоянно рвущейся к движению, к любви, к счастью. Картина, безусловно, символична. Многие символы на ней означают и счастье, и птицу Феникс, которая возродилась из пепла, и внутреннее состояние огня женщины. Каждой женщине заложен огонь страсти, огонь любви. Это и есть отражение этой картины. Картина «Танец со стихией огня». Это, как вы видите, прекрасная девушка, которая как огонь. Она же и шаманка, она же и волшебница, и она, как видите, руководит жар-птицей, и огонь, и жар-птица ей подвластны весь огненный мир, и она несет в себе массу энергии, счастья, любви, огненную энергию, всего-всего-всего.